Слушайте, это экспозиция про путешественников. Это экспозиция про путешественников. А не только про путешественников. Смотрите, La idea básica es de esta escultura es el viaje, viaje и его, мам, как плохо написано? Evocación del mismo, del pozo que nos deja и del que dejamos. То есть они хотят сказать, что обувка, в которой мы путешествуем, видите, они здесь выставили, да, чемоданчики, сумочки, то есть более-менее разных времен, с которыми корзинка, он, с которыми мы могли вообще путешествовать или путешествуем сейчас. Ну, молодцы, мне нравится, я люблю такие вещички тоже. Это было создано в 2004 году. Потом сейчас я его сниму. Вот видите, столы стоят, ресторан, и мы спускаемся в подвал, и тут у них прям, ну, бодега, это ларёха, бодега на бодеге, и тут у них прям мы спускаемся в подвал, где вино у них. Ну, здесь у них сейчас они откачивают вон воду, все, дальше, ну, мы не можем спуститься, потому что вот они откачивают воду, было наводнение, ну, наводнение, дожди сейчас здесь льют. А до этого места, он сказал, мы можем спуститься, и вот тут бочки, бочки, и там вот наверху, вот мы в него смотрели, это пол, пол. Так, я тут иду куда-то. Ну. Конечно. Да, я дальше не пойду. Вон эти стоят. Ну, в общем, винный подвал. Винный погреб. Винный погреб. Я тут уже не пойду. Здесь вон бутылки с вином стоят. Винный подвал, винный погреб. Да. Такие, видите, камень прям. Все прорублено. Ну да, конечно. А где еще это могло быть? Как это еще могло быть? Это все гора, камень и прорублено. Прекрасно. Считай, что побывали в винном погребе. Так, и здесь у них прям бар. И посмотрите, сколько здесь разной вкуснотищи. Не то, что мы видели в Лагронье. В Лагронье прям никакое было. А здесь шикарно. Выбор здесь большой. Слушай, это прям с вареньем, даже с каким-то сверху.